Милиция при чем? А кто претензии ставит на милиции? Ну. Претензии. Друг друга оскорбляют, друг друга обзывают люди. Ну, що, в чем ситуация? Ну, чому не має доступу? Згідно закону, мають мати доступ представники політичних партій, наглядачі, спостерігачі. Ну, дзвоніть керівнику, будь ласка. В данный момент мы находимся в типографии Фрязовского рабочего, которая была выбрана на не совсем законное заседание ТВК для печати бюллетеней. Глава комиссии ТВК находится здесь. Вот, она избегает общения с нами. Мы сегодня написали несколько заявлений. Заявление в милицию на нарушение прав, на нарушение агитации и всего остального. Какой охрана общественного порядка и только. Будете нарушать, будем привлекать. Я вас еще раз Пане генерал. Вот дивіться. Жодних порушень не було. Вячеслав Васильович, ви можете визвати таку карту? Та подождите. Порушили ті, хто порушено. Ну, ви представитель парадки, да? Ні. Ні, нікого. От стояв один пан майор. Ви такі ж граждане, як і я, маєте право приносити. Приглашайте його. Комиссия, вы имеете право зайти тогда, когда я вас сюда позову. Вы лично? Я лично. Так вас... Без комиссии? Без комиссии. Совершал преступление. Поверьте мне, преступление. И комиссия, которая сегодня... Это скажет только суд, если он будет. Конечно будет. Конечно будет, Николай. Подождите, ну я вопроса не слышу. Что? Кто должен следить за печатанием? Комиссия определила трех человек. А где эти человек? Как это зовут? Да, я не знаю, они в договоре есть. Ну, меня не интересует, как их зовут, вас ребята. Вас должны интересовать, потому что в случае чего на вас тоже будут открыто дело. Вас непосредственно должны интересовать. Открывайте дело. Я не знаю, как их зовут.